Тот, кто хочет сделать дело, ищет средства, тот, кто не хочет, ищет причину. Это жизненное кредо Захара Сосланбековича Цахилова, как завет трудовому коллективу от бессменного руководителя, уже после того, как его не стало, повесили на проходной Черкесского химобъединения. Его история начиналась в 1944-м. После освобождения Черкеска от фашистов, председателем небольшой артели «Совбыт» стал уроженец села Костахитогурова Захар Цахилов. Тогда ему только исполнилось 22 года. Незаурядность и врожденный талант организатора дали закономерный результат. Под руководством Цахилова Черкесский химзавод стал крупнейшим производителем лакокрасочной продукции в России. ЧХПО, этот гигант химической промышленности, в лучшие свои времена выпускал 15% лакокрасочных материалов, производимых в Советском Союзе. Впрочем, даже сегодня, невзирая на снижение объемов производства, былая слава и мощь не только не утеряны, но и приумножены. Под руководством Захара Цахилова химзавод реализовывал и обширную социальную программу, благодаря которой в Черкесске были построены целые микрорайоны многоэтажных жилых домов, современная медико-санитарная часть, профтехучилища, пансионат в Тиберде и база отдыха на Черноморском побережье. Главным инициатором запуска троллейбусного движения в республиканской столице также был Захар Сосланбекович Цахилов. А это кадры с открытия роскошного дома культуры 28 мая 1992 года. В тот день в Черкесске отмечали сразу несколько знаменательных событий. День химика и открытие памятника Менделееву, второй Всероссийский съезд работников лакокрасочной промышленности России и, наконец, сам Захар Сосланбекович также стал виновником торжества. Ему исполнилось 70. Открытие нового Дворца культуры стало хорошим подарком для всех жителей города. Уникальное архитектурное сооружение в комплексе с гостиницей и зеленой зоной парка не только украсит наш любимый город, но и станет любимым местом для отдыха тысячи жителей Карачаево-Черкесской многонациональной республики. Спустя 7 лет тысячи жителей Карачаево-Черкесской республики прощались с Захаром Сосланбековичем здесь же, на площади перед ДК «Химик». Позже ее назовут в честь Цахилова. 20 лет прошло с тех пор, выросло целое поколение. Химзавод канул в лету, так же, как и Дворец культуры. Но, говорят, человек жив, пока жива память о нем. К сожалению, на сегодняшний день имя Захара Цахилова, так много сделавшего для города и почетным гражданином которого он является, увековечено лишь на этом памятнике. В 2013 году, после окончательного развала Черкесского химического производственного объединения, памятник отреставрировали и перенесли с территории завода «Призрака» во двор медико-санитарной части. Тогда, собравшиеся на митинги говорили, что Захар Сосланбекович, несомненно, заслуживает больших почестей. И вот совсем недавно Совет ветеранов Черкесска вышел с предложением назвать именем Цахилова одну из улиц в новом северном микрорайоне города, который сейчас активно строится на месте бывшего химзавода. Как нам стало известно, городские власти поддержали эту инициативу, однако юридические решения по этому вопросу может быть принято только на республиканском уровне. Руслан Альботов, Андрей Дорошенко. Итоги недели.